передумал и съел. Нарушитель правил дорожного движения предлагал инспектору 1000 рублей, но когда понял, что пойман на взятке, проглотил купюру. Двое погибших в результате столкновения десятки мотоцикла скончались, байкер и его пассажирка. Опасаются закрытия детских садов. Из-за долгов перед пенсионным фондом арестованы счета дошкольных, образовательных и спортивных учреждений города. Об этом и не только расскажем в программе «Новости РЕН-ТВ Саратов» в 19:00.